правой почки хронический цистит. Эти все диагнозы были выставлены в 2011 году, да? Тоже хронический панкреатит, киста правой доли печени, нефроптоз справа, хронический холецистит был, да? И вот в 2015 году, вот сколько времени вы уже пользовались тогда оборудованием? Где-то вот у вас, смотрите, у вас исследование стоит повторное, февраль, 24 февраля 2015 года. Вот сами можете посмотреть, эхопатологии не выявлено, все чисто. Все идеально, да? Это не обман, это правда? Я сама удивилась. Вот. Да, и какие еще улучшения? Со спиной еще улучшения? Ну, со спиной я, конечно, вообще этот самый забыла про спинную боль. Бывает, да. Только поработаю на даче в конце, в августе, по 2 года так подряд все. На скорой помощи увозили с почками пилонефрит. Сейчас? У меня давно жди. Сейчас пока приступов не было. Ну, если с почкой пишут, что все, с почками кисты, камни, все ушло. Ничего нет.